Всем привет! 1 августа, сейчас примерно 5 часов вечера, пора запускать наш розыгрыш. Итак, кого же у нас выберет рандомайзер? Кто у нас победитель? Вот и наш победитель. Поздравляю! Очень интересно, что она выберет в подарок, готовую игрушку или несколько мастер-классов. Судя по аватарке, она и сама неплохо вяжет, так что очень интересно. Победителю задания обязательно со мной связаться, забрать свой подарочек. Контакты мои есть в описании под видео. Всем остальным я советую не расстраиваться, будут еще розыгрыши. В моей группе ВК тоже набирается круглое количество подписчиков, так что и там в скором времени тоже запустим розыгрыш. У вас снова будут шансы победить. Еще раз поздравляю нашу победительницу. Всем пока! Еще раз всем привет! Кто еще не отключился? Вот такая у меня неожиданная покупка свершилась тут на днях. Я купила себе массажную кушетку. Я еще и массаж классный умею делать. Но делаю я его только друзьям, хорошим знакомым, когда просят чью-нибудь спинку спасти. Вот, и тут у меня две знакомые женщины, дочка с мамой, попросились на массаж. И я поняла, что очень неудобно делать на полу, на диване. Решила, пора купить, пусть будет. Она складная, на стальных опорах, самая простая, но в целом должна быть надежной. Так что вот, тестируем, смотрим, как она в деле. А тут у меня собирается полочка с книжечками потихоньку. С лабиринта тоже идут книжечки. Целая коробка. Надеялась, что они придут до 1 августа. Думала, сниму вам распаковку книжек и заодно розыгрыш проведу. Но они еще в пути. Придут, может быть, завтра, а может быть, послезавтра. Так что я потом сниму, выложу на Бусти. Распаковку. Там Батчер должен прийти, оставшиеся книжечки. Из классики кое-что в новом оформлении. Вот такие у меня дела. Чтобы вы не удивлялись, что я иногда надолго пропадаю, у меня в жизни есть и без рукоделия увлечения. Всем пока-пока!